Мы находимся на избирательном участке, расположенном в школе номер 5. Время только начало 9 утра, но сюда уже пришло голосовать не менее 20 человек. И активность кумертаусов понятна, ведь сегодня мы вместе со всеми россиянами выбираем будущее нашей страны. В день голосования в 7 утра по местному времени председатель УИК, либо его заместитель в присутствии не менее 2 членов комиссии, открывает помещение для голосования, проверяя при этом целостность оборудования и сохранность избирательной документации. С момента открытия избирательного участка в помещении УИК вправе присутствовать наблюдатели, члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов, зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, уполномоченный представитель по финансовым вопросам, представители СМИ. В своей работе члены избирательной комиссии должны придерживаться определенных правил. Обязанности членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в избирательный период и в день голосования определены соответствующим решением. В день голосования члены комиссии работают со списком избирателей, выдают избирательные бюллетени избирателям строго при предъявлении паспорта и только по одному в одни руки. Организуют голосование вне помещения голосования, участвуют в подсчете голосов. В течение дня избирательные бюллетени хранятся в сейфе. Секретарь выдает их членам комиссии строго по ведомости. Как членам комиссии, так и избирателям категорически запрещено выносить избирательные бюллетени из помещения для голосования. Есть правила поведения и для избирателей. Так, на избирательном участке, как и в любом другом месте, нельзя находиться в нетрезвом состоянии, распивать алкогольные напитки, курить, нецензурно выражаться и любыми другими способами нарушать общественный порядок. Кроме того, нельзя мешать работе избирательной комиссии и другим избирателям. От того, кого мы выберем напрямую, зависит наша дальнейшая жизнь. Участие в выборах говорит о наличии настоящей гражданской позиции, о том, что происходящее в нашей стране не безразлично кумертаусам. Голосуем, чтобы была сильная Россия. За сильную Россию, достойного президента. Вы всякий раз принимаете участие в выборах? Каждый год. Вы считаете, что это ваше гражданское право, ваш гражданский долг? Конечно, наш гражданский долг. Мои полномочия состоят в том, чтобы наблюдать за всем ходом выборов, смотреть за всеми нарушениями, которые будут происходить на избирательном участке. Фиксируем в базе основной, которая состоит у каждого в телефоне и на отчетных листах. Именно сегодня решается судьба нашей страны. Именно сегодня мы можем с вами показать, что наш выбор имеет решающее значение для судьбы нашей страны.